Едем дальше. Поющие песню. Радостная страна, наполненная светом и музыкой. Пусть всегда смолкнут их поющие скрипки. Этой землей владеет лорд Дариус. Гораздо более сильный противник, чем лорд Антониус. Только собрав все силы зла, ты сможешь его победить. Построй библиотеку, чтобы привлечь магов, и они откроют тебе тайны черных заклинаний. Блин, здесь, кстати говоря, диктор почему-то не говорит, хотя должен. Он должен, ну, все время болтать, но что-то как-то криво здесь реализован русификатор. Так, окей. Теперь построй библиотеку. Лучше всего сделать ее квадратной формой, чтобы она вместила больше свитков. Так, библиотека пускай будет. Так, здесь у нас будет логово. Что, здесь курятник, наверное, построим. Поехали. Пу-пу. Пу-пу. Сердечко бьется. Так, ну, добавил сумку с магией. Первая магия — это будет создание импа, то есть вот таких вот тварей. И их можно создавать только магией. И, к сожалению, больше никак. Так, давай, не расслабляйся. Не расслабляемся, гайс. А, тренировочный зал нам еще надо делать. Так, начнем с простого логова. Библиотека. Да, не хватает. Лол. Ну, сейчас им попринесут золотишко. Комнату желательно делать квадратными и желательно большими. Оп. Все, понеслась. Теперь можно открывать портал. Каждому подзатыльник. Тренировочный зал, наверное, стоит сделать небольшим. Наверное, вот здесь. Ага. Так, перетаптывается портал. Хорошо. Ты отвоевал постройку. Ну, а то он про портал. Откуда монстры вылазят. Вот и варлок. Местный колдун. Так. Тренировочный зал пускай будет такой маленький. Хотя, наверное, можно вот эту вот стенку убрать.
Фарлоки, когда появляются, сперва идут ставить себе логово. А, не идут. А потом идут в библиотеку. Где они вот начинают открывать заклинания. Так, давайте золото откапывать потихоньку. Чем больше колдунов работает в библиотеке, тем быстрее открывается заклинание. Одного даже можно отправить тренироваться. Ну, значок у него такой возмущенный. Бам. Тренировки в зале, конечно, платные, за золото идут. Но справедливости ради, надо сказать, что там тренировки только до 4 уровня. Дальше надо будет строить яму, где уже монстры будут драться насмерть. На, покажи, на что способна твоя палка. Так удивительно то, что гоблины не идут, а в основном колдуны только. Новое заклинание было открыто. К тебе присоединились новые создания. Гоблины пришли, хорошо. Ну вот этого я не кидал сюда, он сам пришел тренироваться. Заклинания еще также улучшаются. Я вот не помню, по цене они становятся дешевле или нет. Ну, они улучшают силу самого заклятия. Например, вот импы всегда кастуются первого уровня, а улучшенный иск кастует четвертого сразу. Удобно, удобно. Есть еще где золотишко спереть? Ой! Выбросите! Выбросите! Давайте тренировку поширше, что ли, им сделаем. Новое заклинание было открыто. И это у нас молния. 600 маны требует. И пошли улучшения. Пускай улучшают. Сперва идет открытие. Ух ты, ничего себе у вас тут. Так, сюда их в дверной проем всех. Но у меня и есть раскачанные колдуны, там второго уровня вроде бы есть. Так что гномов должны распинать, ну да, без особых потерь. Карту можно разведывать импом. Так, золото забрать.
Почему вот красный отображается? Ну, наверное, потому что я его кинул. Расстроился, что с ним так грубо обращаются. Так, вот это можно забрать тоже. Можно, наверное, даже еще расширить зал тренировок и сюда побольше колдунов закинуть. Улучшают заклинания, когда они улучшат заклинания, я надеюсь, они сами пойдут тренироваться, их не придется туда кидать. Время пришло встретить лорда Дариуса. Угу. Видимо, суммарный ДПС армии вырос. Сейчас изучат заклинания и, наверное, ринемся в атаку. Готово. Ну, куда пойдете? Больше нечего исследовать. Ну, они вот ровно строим, идут прямо тренироваться сами. Хорошо. Это прямо очень хорошо. Твоя постройка слишком мала. Ну, про тренировочный зал, видимо, говорить, да. Больше места нужно, чтобы твари тренировались. Ну, пока что так. В принципе, можно уже атаковать. Я думаю, я считаю, на начальных миссиях не стоит задерживаться, потому что дальше будут миссии гораздо длиннее. Пошли, пошли. Давайте импить их. Да, гномов так много. Но у меня урода раскачанная. А вот и лорд. Кто бы он там ни был. It's payday. Я, гоблин, ты чё, в себя поверил, что ли? Так, давайте-ка назад. Пускай они сами идут к нам. Там гоблины пускай кушают курочку. Можно встречать их. Вот здесь. Бам. Блин, как они их фаерболом закидывают толпой.
Но они неплохо так в бою раскачиваются. Готов. О, блин, в воде зареспаунился, он ходит медленнее в воде. Вечно недовольный рогач. В первой части его, кстати говоря, можно призвать свою армию. И он будет, ну, как обычный монстр в подземелье. Но монстр такой капризный, вы бы только знали. Если у него особенность такая, у него все время падает настроение. Если он, ну, настроение упадет в минус, он начинает атаковать вообще всех подряд. Сокровищница, мастерская, пушки и двери. Земли. Наиболее приятный из способов завладеть камнем. Самой сладостной музыкой было услышать, как горестные стенания сменили их радостные песни. Блин, здесь спецпредмет еще был. Ну ладно. Спецпредметы не будем искать целенаправленно.